Уважаемые коллеги, сейчас мы хотим поделиться с вами видео, как мы определяем на пленке влажность, процент засора, процент грязи, замусоренности. Посмотрим 5 примеров приемки на нашем перерабатывающем заводе пленочных полиэтиленовых отходов. Поставщик привез стрейч-пленку, заявленный вес списания, как он говорил, не более 5%. Стрейч-пленка была саккумулирована на складе, наверное, находилась на уличной площадке, потому что присутствует сильная влажность. При этом, когда мы взяли образцы на присутствие грязи и на влажности, раскусили кипу, то действительно там была стрейч-пленка с минимальным процентом засоров, то есть не было ПВД, не было ПНД, но при этом грязь и влажность составляли 35%. При дальнейшем общении с поставщиком, при доказательных видео того, как мы ему скидывали, после того, как мы ему скинули эти видео, нам удалось отвоевать 30%. Поставили светлую одну. Есть влага, есть грязь. Жир. Жирноватый. Пески. Пузырчатые. Вот скрыли одну, которую взвешивали. С двух сторон. С одного кипа 8,5. Есть влага, есть грязь. Вот сейчас то, что было скрыто, вот, например, возьмем вот отсюда, да? Вот сейчас тот же кусок стоит на ноле. 1,63. Помыли, просушили, ставили на весы. Единичка. Следующий пример – это прием пленки с мусоросортировки. Изначально поставщик заявлял, что процент засора в этой пленке будет 17%. Что уже, в принципе, стало подозрительным, потому что поставщик такими кривыми суммами, кривыми процентами никогда не оперирует. То обычно 5, 10, 15%. Визуально пленка выглядела достаточно загрязненной, но снаружи не было не видно никакого мусора. В итоге мы взяли первую попавшуюся кипу, раскусили ее и распотрошили, и увидели там просто полный трэш. В пленке было больше, чем 50% засоренности мусора, не относящейся к полимерам. То есть, видимо, поставщик таким образом пытается нам впихать вместо пленки свой мусор. В итоге нам удалось доказать, с помощью этого видео, удалось доказать поставщику процент засора 50%. То есть мы переложили процент засора на поставщика. Вот. Вана. Эк. Оп. Без нам тебе. Вот у нас что внутри. О май гад.
только мусора. О, о. Следующий пример. От поставщика пришла пленка, смешанная пленка, полная фура. В итоге при первом визуальном контакте мы увидели очень много мусора в виде упаковочной ленты, в виде стрэп-ленты, в виде картона, в виде чековой ленты, в виде полипропиленовых каких-то вкладок, ММДенса. То есть поставщик заявлял, что процент засора будет не более 5. В итоге процент засора реально оказался 40%. Подъехала фура СП. О-о-о. Тут что-то с чем-то. Есть влага, вон водичка плавает, доски, фанеры, мусор, веревки, сетки посолочные, процентов 30-35. С влагой и с мусором. Бандежки есть. Мусор. Пластика. Песок. Грязь. Будет долгий процесс сортировки, так как мусора много и пандешки. Рассмотрим следующий пример. Это ПВД-вкладыш. Вкладыш из-под бигбэгов. Визуально это ПВДшка, да, других включений никаких нету. Но здесь присутствует большое количество влаги и явной грязи, то есть остаточных загрязнений на самом вкладыше. Поставщик заявляет, что процент расписания он готов только на 5%, что больше там не будет. Но при фактическом срабатывании пленки мы получили процент потери на влажность и на грязь 40%. О чем было представлено видео нашему поставщику, он согласился с нашими данными о списании. Вот поставили один тюб вкладыша. Сейчас скроем, проверим на влажность и на грязь. Вкладыш. Вот этот кусок, который мы взвешивали, вот он помыл, протер. Высушил. Ноль, 0,76. Это с одного типа картонка. 3 килограмма. Крупнейший рекоператор привез нам цветную мусоросортировочную пленку, отсортированную на своем мусоросортировочном комплексе. Вот. Его ожидания по потерям были не более 15, хотя влажность, присутствие органики, грязи, других каких-то полимеров включений, то есть композитная пленка, пленка с полиамидом, упаковочная пленка, которая не полиэтиленовая, не ПВДшная. В итоге весь процент засора, который мы обнаружили в этой пленке, составил
около 70%. Подъехала машина цветная. Неприятным запахом, как всегда. Мусорные пакеты. БНДшки. Влажная, грязная. Вонючка. Масло автомобильное. Который я содрал, вот 1.13, вот этот кусок помыли, протерли, рассушили, .051. Уважаемые коллеги, тщательно проверяйте при приемке качество привозимых отходов, качество привозимых полимеров, списывайте на грязь, на влагу, на песок, на мусор. Помимо того, что мы берем на себя ответственность по работе с загрязненными отходами, после этого нам еще приходится эти отходы, эту грязь насортировывать, вывозить и еще платить за этот вывоз. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии. По возможности будем давать ответы.